26 лет примерно существует коллектив Владимира Евгеньевича Вязовского «Мелодия». Нельзя сказать, что у нас не было ансамблей. У нас их было достаточно много, это были ученические, студенческие ансамбли. Но какой-то изюминки не было в этом жанре. И вот коллектив «Мелодия» и коллектив «Сюрприз» как бы взорвали эту ситуацию изнутри, придали этому жанру концертный лоск. Появились костюмы, появились сценические образы, появилась манера поведения, подачи. Мы делали общее дело с огромной любовью к инструментам, которые вот к нам попали в руки. Но мы не копировали друг друга. Я бы так сказал, ансамбль «Мелодия» — это все-таки более академическое направление. В этом коллективе всегда очень тонко продуманный репертуар. В этом коллективе очень высокая исполнительская планка. Еще раз хочу обратить внимание на артистизм коллектива. Нас учили великие педагоги, нас учили замечательные музыканты, но они учили нас играть. Как-то вот к сцене нас мало кто готовил. Вот практически то, что сделал Владимир Вязовский с коллективом, это многого значило. Я безмерно восхищаюсь этим коллективом, я безмерно восхищаюсь руководителем, потому что, еще раз повторюсь, 26 лет держать на таком уровне творческий коллектив, постоянно обогащая репертуар. И всегда это на уровне, всегда это на высочайшем творческом уровне.
Обозревая страницы более чем 25-летней творческой биографии квинтета «Мелодия», нередко возникают мысли о том, как это было и что в итоге. А было по-разному. И сложный период становления, был период движения и стремления к совершенству, к бесконечному движению в поисках своего репертуара, своего слушателя. И, конечно же, думаешь о том, о тех музыкантах, которые сотворяли эту творческую биографию. Я хотел бы назвать имена этих музыкантов. Это и первый ударник Анатолий Кувшинов, альтист Геннадий Федоров, балалаечник Александр Мартынишин, басист Николай Пупенко, ударник Игорь Бесько и, конечно же, ныне действующие музыканты последнего состава утвердившегося квинтета «Мелодия», каждый из которых является ярчайшим солистом, поэтому в ансамбле отдача от этих музыкантов просто неизмеримая. Это Анатолий Пряхин, лауреат всеукраинских международных конкурсов. Это Николай Тамко. Это Василий Кисель, который в составе «Мелодии» работал и как домрист, и ныне как басист. Это ударник-виртуоз Андрей Жмутский. За это время создан большой и интересный репертуар, который отражен на двух CD-дисках. Это огромное количество концертов не только в Украине, но и за рубежом. Сегодня, конечно, можно считать, что творческая география наших концертов довольно интересна.